Мяу-мяу всем любителям всяких игр, с вами как всегда я, Адар. И спустя 4 месяца после первой части прохождения игры Stray я решила записать вторую. Я не знаю, почему я все никак не могла записать вторую часть, но все-таки решила записать. Это же. Оно? Сейчас проверю. То не то. Ну да, это то. Куда мне надо? Кью. Где? Это? Так. Блин, надеюсь, услышал музыка не так громко. А куда, я не могу понять. Блин, кто-нибудь объясните, куда мне идти. А можно спрыгнуть? Боже, я вот прям надеюсь, что музыка не громкая, что так. Ну? Тут нету нигде прохода куда-нибудь. Ой, что это было? Боже, люди, я не хочу идти смотреть всякие прохождения. Но все же, походу, придется, блин. Как? Так, все, я сейчас взглянула. Я, в принципе, поняла, куда мне надо идти. Блин. Я, наверное, из-за этого только не могла же писать эту игру нормально. Сюда, вроде как? Да, вот. Оно? Оп. Где что? Так, тут такая сохранялка. Ай, можно спуститься? Мне не нравится, что камера так близко. О, другое дело. А теперь куда? Люди, мне кажется, я жестко тупить сейчас буду. Ой, а куда камера так отдаляется? Ой. Что это? Что? Блин, я уже забыла. Ну? О, что я мяукаю? У меня вот это красное. Неужели это подсказка или что? Ну, просто мне, наверное, туда куда-то надо забраться. Ай. А, стоп, я могу бочку толкать. Ай. Люди, я чую. Так, ну я поняла, мне туда надо. А как? А ну, я могу тут какую-нибудь доску уронить? Не могу, значит. Блин, мне не нравится, что камера так близко приближается. Что делать-то? Что за мной камера следит? Люди, что делать? Почему у меня камера отдаляется? Вот так, ай. Да блин! Ой, опять придется на YouTube взглянуть. Ой, я поняла. Так. Мне типа надо вот сюда внутрь зайти. Да.
И потом бочку вон туда покатить. Теперь дайте выйти. Теперь давайте запрыгнем на бочку. И да, вот так. Потом куда? Оп. Тихо. Теперь куда? Но и тут прыжок вроде как не показывает. Что? Блин, а куда идти? А вот. Спустись. Ой. А так и должно быть. Все нормально? Капец, мы бесстрашный кот ползаем. Блин, а я вообще тут не знаю, что говорить. О, вот это можно скинуть. Или что? Ага. Так, сюда. Вот. Потом. Вот. Потом. Вот. Потом вот сюда подходим. Опрокидываем. И идем сюда. Почему мы вообще по крышам каким-то прыгаем? Ну? Я сюда еще? Ой, что я сделала? О, о, вот так. Куда дальше? Ну? Куда? Сюда, наверное. Потом сюда. Потом сюда. А неплохо, неплохо идем. Сюда, наверное. Ну куда? Сюда. Потом туда. А мне кажется, или я отсюда? Что за звуки? Блин, я не понимаю, куда идти. Куда не туда я пришла? А ну? О! Я мяукаю, и камера это кивает. Боже. Куда? А, стоп. А, серьезно? Я думала, там типа стекла. Ой, сохранялка. А у меня нету ничего. Видите? У меня же ничего нету, что можно, чем можно перекрыть этот. А, стоп, стоп.
Что я взяла? Ой, ну я поняла уже. Ой. Так. Вот это освещение такое хорошее. Так, сейчас. Оп. Что, и куда? Это мне выбросить надо? Теперь куда? А, вот так. Все. Спрыгиваем и квартира. Ой. Ой, что так темно? Нужна помощь. Какая помощь? Ну, я кот у меня. У меня лапки. Что тут? А. И что это? Что за йога? А. А, типа это. Догадки точат. Куда? Может, сюда мне? А. Так и должна быть. Ой. Камера так кивает. Все, можно уйти отсюда? О! Что за приближение было? Какая-то дверь открылась, какая-то вот это? О май гад. Что тут такое? Мне вообще сюда можно? Ну, может, тут что-то сделать? Блин. Ой. А так можно было? Потому что... Я вот тут увидела, что это подсвечивает. Ну, вот сюда. Ну. Вот тут. Вот так положим. О, может сюда это надо принести, а ну? О, а я умный кот. Тогда давайте берем, берем, я сказала, и несем сюда. Ай, вот так. Так, наверное, сюда еще что-нибудь. Так, тут ничего. О! Вот видите вот эту штуку черную, вот эту, вот, блин. Вот эту, вот, видите, вот. Это же потом, я немного видела прохождение этой игры. И это же потом на нашего котика вот так одеваться будет. Я что-то еще не помню. Какое имя мы давали этому котику? Ну, давайте это скинем. Вот так. Скинем, где нельзя скинуть. Ну, давайте тогда берем и спрыгиваем. И несем сюда. Так, и где последняя может быть? О, вон! Вон. Давайте запрыгиваем. Оп, вот так. Блин. А вот сейчас смотрю на эту игру, у меня в голове коты воители называется. Все? И что? О май гад, тайный проход. Блин, что у меня попугаи орут?
На данный момент я читаю последнюю книгу второго цикла «Котоводителей». Потом мне купят третий цикл. Ты кто такой? Эй, бро, с тобой все нормально. А сюда запрыгнуть могу. Вот так. Куда? А куда я идти-то должна? А вон так. Как развернуться? Я и с управлением не могу разобраться. А вот так. Это же это V12 или как этого робота зовут? Я же говорю, это B12, или как его там называют. Очень какой маленький. Да, B12. Ой. Прикольно. Боевой код. Прикольно все сказать. Точка, 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 точка. Сработало, я свободен. Спасибо. Я все равно поверю своим камерам. Код в метро в мертвом городе. Я не понимаю, не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперта в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь назвать меня B12. Так написано на моем корпусе. Точка, точка, точка. В мертвом городе небезопасно. Но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. А, там. Это что? Это? Ага, это. А где он? А этот ключ от вторая дверь, это я помню. Сейчас помогу. Есть. Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Батарея садится. Тебе придется это надеть. Я же говорила, это на нашу деду. Блин, типичная реакция, когда котов что-то убивают. Все, вставай. Ну? Блин, мы так и будем лежать, как идти. Давай. Оп-оп-оп-оп, стоп-стоп. Блин, там B12 так прикольно сидит. Блин. Не знаю, может на этом закончу, наверное, серию. О, а нет. А этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкни. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Так, открыть инвентарь. О май гад!
легко и просто. Ой. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. О, а куда идем? О. Сюда нам? Вот так. Нажмите два, чтобы что? Погодите. А, о, у нас фонарик есть. Ну, давайте. Один, один, один. Е. Блин. Дайте. Цифровой код нужен. Эй, ты будешь сидеть там? О! А ну? Что тут написано? Блин. 0-4-7-6-2-4-6-6, что? Это явно не код. Ноль, семь, четыре, пять, шесть, восемь, семь, четыре. Ну, попробуем. Давайте попробуем. Давайте. А где? Тут нуля нету. Ой. Ну, давайте тогда на этом закончим. Я сниму третью часть, наверное, в ближайшие дни. Ну, на этом все. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была, как всегда, я, Дарк. Всем удачи и всем пока-пока!